В Кратобинском районе открыли мемориальную доску памяти известного жителя, ветерана Великой Отечественной войны, много лет проработавшего прокурором района Сартая Каракулова. В торжественном мероприятии приняли участие прокурор области Жандос Умиралиев и родственники ветерана. Ветеран войны и труда Сартай Каракулов с 1966 года. Более 10 лет работал прокурором Кратобинского района. Земляки отзываются о нем как о добросовестном человеке, знавшем и отлично исполнявшем свои обязанности. Профессиональная принципиальность, самоотдача и просто ответственное отношение к делу всегда отличали этого человека. Так говорили о Сартае Каракулове на мероприятии, которое приурочили к 30-летию независимости и юбилею создания надзорного органа. В нем приняли участие коллеги, друзья и родственники ветерана. Прокурор области Жандос Умиралиев заверил, что имена таких выдающихся людей всегда будут в памяти благодарных земляков. Этот человек много лет отдал прокурорскому делу, оставил после себя большой след и пример должного служения профессии. Он внес реальный вклад в укрепление законности в правовую сферу. Для прокуратуры области и для всех сотрудников такие люди останутся в истории.